ночной переполох. Ник изобретал свое изобретение пока до одного момента. Это изобретение начало за 100 баллов отца, что даже не поранились вдвоем с Ми. И это изобретение натянуло психопатия до самой крошки, а Ник никак не мог поймать с друзьями. Они пытались поймать, и эксперимент провален. Когда мама пришла, Ник сказал: «Я хотел, чтобы изобретение было совершенным, а никак не получается». Она сказала: «Ложись спать». А Ник согласился. Когда все спали, а Вату не спалось, он увидел что-то красное, и там послышались крики. Собака очень испугалась и решила разбудить всех. Первым проснулась Ро. И она начала ругаться. «Откуда такие крики посреди ночи?» А Ник сказал. Ник удивился и решил пойти с друзьями, разбужая их. И они увидели это. Оказывается, что у Ми был крик, и у него был кухонный нос, и у него начали тикать кровь, и он их всех замазал. А для того, чтобы никто не догадался, он всех спрятал под землю.